Однажды утром гений-манипулятор, по имени Максим, проснулся слишком поздно и понял, что опоздал на занятия в школу. Он был уверен, что сможет выкрутиться из этой ситуации, ведь он всегда был лучшим манипулятором в своем классе. Максим быстро собрался и отправился в школу. Но когда он пришел, он понял, что все его планы провалились. Учительница сразу же заметила его опоздание и попросила объяснить причину. Максим попытался выкрутиться, сказав, что он забыл про уроки, но учительница не поверила ему и сказала, что он должен сдать все задания на следующий день. Максим был в отчаянии, он понимал, что без своих манипуляций он не сможет справиться со всеми заданиями за один день. Он начал думать, как же ему выкрутиться из этой ситуации. И тут он вспомнил о своих друзьях-манипуляторах. Он решил обратиться к ним за помощью. Они дали ему несколько советов, как можно обмануть учителя и не сдавать задания. Максим решил попробовать один из этих советов. Он написал на листе бумаги все ответы на задание и спрятал его в своей папке. Когда учительница собирала задание, Максим притворился, что ищет свою папку, и нашел там лист с ответами. Учительница была удивлена, что Максим успел выполнить все задания за такой короткий срок, но она не подозревала, что он обманул ее. Максим был доволен своим успехом, но в глубине души он понимал, что это было нечестно и неправильно. Он решил больше не использовать свои манипуляции для личной выгоды и стать честным человеком.